Пешие прогулки способствуют более быстрой реабилитации пациентов, но для этого нужны удобные дорожки и лавочки. Уже скоро на территории Звенигородского стационара появятся не только они, обещают полноценный сквер. Основной задачей является благоустройство территории для того, чтобы жителям прилегающих домов и для пациентов больницы была благоустроена зона для проведения отдыха. Удаление грунта, установка бордюров, подготовка к укладке асфальта. Работы идут по плану. Однако в ходе благоустройства выявили недочеты. Просто очень узкая дорожка. Да. Почему узкие такие? Слушай, такие были? Надо расширять. Кроме того, территория позволяет увеличить количество парковочных мест за счет сноса ветхого одноэтажного здания. Пока эти работы не предусмотрены, возникли вопросы и к установке бордюрного камня. Перечень и объемы работ нужно скорректировать. К такому выводу пришли в ходе инспекции. Только так можно будет спилить старые деревья, демонтировать опоры наружного освещения и установить лавочки. По задумке, этот сквер станет точкой притяжения не только для пациентов больницы, но и для всех желающих. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова».